Всем огромный привет! На дворе у нас январь, а влог за 12 декабря выходит. Папа у меня убирает снег, и вот показываю вам нашу погоду. Сейчас, к сожалению, у меня пойдут запоздалые влоги, и начнем вот с 12 декабря. То, что я не выпустила еще, получается, в 22 году, будут выходить влоги сейчас в 23. Надеюсь, это вам как бы не составит какого-то дискомфорта. Может, кому-то не очень будет это нравиться. Но у меня уж как получается, так получается. Простите, пожалуйста. Куся, сидишь? Да. Вот она где. Ага. Ага. Темно так. Нормально. Вот снег блестит. Смотрите, какие у меня варежки. Давай, кувыркайся. Что такое, Лика? Лика, Анжелика. Что такое, что такое? Доча. И Куся. Почкать. Где Алина? Вот она где. Смотрите, ребята. Ребята. Ну что ты, обезьянка? Ну, прыг, доскок, черничный пирог. Ой, тут не надо снег, деда тут, видишь, почистила, ты снег растрясаешь. Анжеликочка. Кусю. Фонарик тебя слепит, да? Слепит глазки. Ты, мадам, где там? Ты где? Всем привет. У нас уже следующий день. Что? Пойдем давай. Ой, мы... с Алиной идем на остановку. У нас снежочек идет. Снега очень много. Мы едем в город за молочкой. Да, для Анжелики, да? Да. Надо забрать, короче, молочку. Сегодня вторник. У нас Анжелика почти ходит, но только падает. Ну пойдем, иди вперед, Алина. Сугробы большие. На стадионе прям реальные сугробы. Алина! Давай вставай. Ой, ты чего там поднимаешь? А? Ты что подняла там? Да. Ну что, мы так-то уже давным-давно с Алиночкой дома. Я тут наверху была, делала поделки, так сказать, в садик. Дети у меня в этой комнате все трое. Тёма пришел со школы. И сейчас приезжал Тёмин папа и привез вот такую коробочку. Ну, в общем, он со своей женой приезжал. Они занимаются... Жена у него занимается там... Я не знаю, как эта фирма называется. Ну, в общем, вот, смотрите. Т8 Blend.
клеточный коктейль молодости для организма человека, для успокоения. Что? Ликуся тут. Я просила их маленечко посидеть с ней. Да, Датя? Тёп-тёп-тёп, скажи всем привет, Лика. Помаши привет-привет. Тима, Лиська. Идём, её шлётки, ангелок. В общем, мне нужно сейчас Тёмке подать вот это вот лекарство. Оно для успокоения и для иммунитета. Там, в общем, много всего. Не из дешёвых лекарств. В общем, вот. Ликонька бы меня еще отпустила, я бы вам показала. Дочь, дай мама тут все сделает. Зайчик, она у меня спать еще хочет. Да спать, козья, хочу за мамой, хожу, хожу, хожу за мамочкой. Мама, ты где? Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ой, будь здорова. Все, пошла. Собачка. Аф, 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 собачка лает. Аф. Так, все, я тут расстригла. Так упаковали. Еще красивенько. С такой этой штучкой классной. Вот. И, собственно, это такая типа инструкция, как пользоваться, как что. Тут все написано. Вот такой вот стаканчик. И здесь у нас раз, два, три. Три пакетика. Вот. Пакетика. Будем пить, пробовать. Мне сказали, что результат я увижу. Ну, посмотрим. Здесь вот так вот такая стружка получилась. Кстати, можно какой-нибудь подарочек тут упаковать. Наклеечками это все дело заклеить. Вот. Подарок какой-нибудь тут запаковать. Я все любуюсь всякими коробочками, всякими упаковочками. Все когда красиво. Вот, все, сейчас будем пробовать. В общем, вот такая вот консистенция получилась. Ой, не знаю. Тёма не хочет пить, конечно, опять. Я тоже попробовала, мне противно. Ну, будем пить все равно. Я тут сейчас делаю омлет. Тёма попросил, он очень любит. Я такие желтые вообще. Доча у меня ползает. Вот такой бардак тут навела. Носки сняла. Да, мадам. А, мадама? Лика. Куся. Привет, привет. Помаши привет. Привет, привет. Пока, пока. Доча. Вставай на ножки. Вставай на ножки, зайка. Вставай на ножки. Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тыгин. Тем временем наш омлетик готовится. Потихоньку подымается. Вот. Ой, а еще я хочу картошечки. Наверное, почистить. Да. И запечь, наверное. Мама хотела плов готовить. Я картошки, наверное, чищу и запеку. Я как-то так один раз, нет, пару раз делала. Первый раз у меня вкусно получилось. Ну, там еще бекон я делала. Было вкусно. Сейчас у нас нет бекона, надо покупать. Ладно, просто картошку сделаю. Картошечку мы любим. У нас гора посуды. Надо мыть посуду. Вот. Что, с Алиной играю?
Ликуся, смотри, как Тёма играет. Как это называется, Тёма? Ничего, никто никого не победил. Пока что нет. Да. Давай. Не проиграй, Аликонька, Ликуся, Аликонька, Лика. Дай ты ей пока, Алина. Все, ты проиграл, у тебя первенство. Ну все, давайте идите кушать теперь. Кушать, ням-ням. Ой, омлет тут им положила. Идем мы. А я две пятерки получил за стих. Молодец. Идем мы чаек и лекарства. А мы сегодня чаек. Будем... Это лекарство? Да. А мы будем сегодня елочку ставить. Угу, фетровую. Какую фетровую? Детскую. Игрушечную-то. Настоящую. Вот дома приберемся и будем настоящую ставить. Аликонька, Ликуся, сейчас спатенький пойдет. Такая вот девчуля бегает. Топ-топ, тыц-тыц, все наоборот. А лялечка танцует, а лялечка поет. Опачки, топ-топ, тыц-тыц, и наоборот. А лялечка тут ходит, а лялечка поет. Топ-топ, топает малыш. А! Тоже был бы молодец. Так же вознаградил меня. Да. Ну, на пятерку-то ты вообще умничка. Отлично просто. Вот так вот Ликонька у нас ходит. Сама на лесенку залазит, да? Да, Тотя. Ага. Что там? Кирпичики, обои. Аф-аф, собачка, да, лает? Крузик там у нас. Аф-аф, лает. Аф-аф. Аф, собачка лает. Аф-аф, аф, собачка лает. Лина с Тёмой сейчас будут. Что делать? Ничего. Ничего? Я только сделаю уроки, я кизару. Тёма, третьи очки новогодние. О, да, нет, вот твои. Или это мои? Да, твои вот. Я не помню уже. Правда. Уже год прошел, да? Вы на год уже взрослее стали. Неправда. Как неправда? А насколько мы... В декабре же мы их купили. Анжелика еще маленькая, грудная была. Нет, мы их... Как было Алине 2 года, мы их купили эти. Как Алине 2 года было? Вот Алине 2 года было. Помнишь, мы сюрприз делали? Вот купили очки, я сказала, купить очки. Тёма, это в том году было, ты чё? Алине было 4 года. Тёма, это гирлянды положить на место. Нет, пожалуйста, давай. Тёма, мы пока только елочку достаем, давай. Помогая Алине. Что за слова вообще опять начинаются? Алина елочку так хотела, так ждала. Я ее хотела давно открыть. Угу. Сейчас будешь елочку свою наряжать, да? Звездочка. Звездочка, гори, елочка, гори. Да?
Дедушка Мороза. Много. О, человечек с бантиком. Печенька, да? Да, с бантиком. Домик. Сапожок. Такая елочка. О, домик. Да?